Химки продолжают выбирать свое будущее и делают это очень активно. В 18-й школе работают сразу 3 избирательных участка и на всех ажиотаж. Каждый избиратель убежден, именно его голос может изменить жизнь к лучшему. Я считаю, что выбор нужно сделать свой. Возможно, от этого что-то как раз и поменяется. Как раз мой голос может быть решающим. Я считаю, что, конечно, надо голосовать. Потому что каждый должен свое мнение выразить. Уже сейчас очевидно, свое мнение готовы выразить так много людей, что их голоса придется подсчитывать до глубокой ночи. Эти выборы довольно-таки объемные и сложные, потому что выбор избирателей идет по 5 направлениям, в Госдуму по одномандатному, по федеральному, и в Московскую областную думу точно так же, и в Химкинский совет депутатов. То есть избиратель заполняет 5 бюллетеней. Химчане начали приходить на голосование еще до открытия избирательных участков, рассказывает наблюдатель Валентина Тихонова. И видно, что большинство из них твердо определились, напротив каких фамилий поставить галочку. Они целенаправленно идут все. Обратите внимание, ведь никто не спросил, что или в толпе какой-то шушуканье, вот, вы за кого, неважно. На каждом участке созданы условия для голосования маломобильных категорий граждан. А к тем, кто по каким-то причинам не может явиться на него, члены избирательной комиссии придут сами. Я думаю, что все решаемо, то есть проблем не будет никаких. То есть лишь бы у человека была позиция проголосовать. Для избирателей открыты столовая и буфет, в которых очень низкие цены. Пирожки и бутерброды уходят за считанные минуты. Избирателям приготовили обед, ужин и буфет. Могут пользоваться чай, кофе, пирожки, бутерброды, сладости, также вода. Депутат Химкинского совета депутатов Ханаглан Алиев, посетив несколько участков, нарушений не заметил. Ну, явка неплохая. Думаем, что это очень даже хорошо. Нас радует, что явка очень хорошая. Призываем всех химчан приехать голосовать. На избирательных участках созданы все необходимые условия. Все они в шаговой доступности. Остается только сделать этот шаг и выбрать свое будущее.